Радостное событие для жителей северной части Тамбова и не только. Сегодня распахнул свои двери для покупателей один из самых больших и современных торгово-развлекательных центров города – Европа, расположенный по адресу Рылеева, 83. За торжественной церемонией открытия наблюдал наш корреспондент Кирилл Чертаковцев. Эта Европа стала уже третьей в областном центре, но она же самая большая по площади и самая привлекательная по ассортименту. По словам главы администрации Тамбова Александра Боброва, новый торговый центр Тамбова, а особенно жителям стремительно развивающейся северной части, просто необходим. Я первый хотел бы поблагодарить и от своего имени, от имени жителей, и от главы администрации Тамбовской области Олега Константиновича Николая Викторовича за то, что он принимает такое активное участие в развитии вот торговой сети в городе Тамбов. В Европе сможет удовлетворить свои потребности даже самый взыскательный покупатель. Здесь представлен широкий выбор продуктов по разумным ценам от зарекомендовавших себя поставщиков. Отраден и тот факт, что на прилавках в изобилии присутствуют товары тамбовского производства. Очень выкуп красивый, продавцы вежливо культурные, и ассортимент хороший, и цены нас устраивают. Ну, цену мы еще пока не посмотрели, но сейчас скидки, наверное, скинули. Но в Европе всегда были цены доступные. Новая Европа – это не только продукты питания. Для самых маленьких тамбовчан здесь есть собственный гипермаркет детских товаров – Европа Kids. А игровая зона Евразик Парк наверняка станет излюбленным местом отдыха малышей и их родителей. Мы постарались его наполнить теми магазинами, которые больше всего необходимы людям. Это товары детские, магазины детских товаров, продукты питания, сопутствующие товары и небольшой детский развлекательный центр. И небольшое кафе. Я думаю, очень удобно будет прийти с ребенком поиграть, и перекусить и купить необходимые товары. Общая площадь центра 23 тысячи квадратных метров. И уже в ближайшее время здесь откроют супермаркеты мебели и строительных материалов. Но новая Европа сумела очаровать покупателей уже сегодня. Познакомиться с ассортиментом торгового центра и ценами пришли тысячи тамбовчан. И без покупок и хорошего настроения не ушел никто. Кирилл Чертыковцев, Владимир Крынкин, Вести Тамбов.